Всем приветик, меня зовут Алися. Я хочу представить вам все то, чем я сейчас умываюсь. Ну, не всем, конечно, но вот это вот все накопилось за последние полгода. Потому что у меня были большие проблемы с лицом из-за гормонального сбоя. И я поняла, что все вот это вот за раз показать будет очень сложно, поэтому я, наверное, разделю это в несколько видео и расскажу. Ну, начнем с первого. Это такая вот компания Fresh Look. Я извиняюсь за качество, но как бы то, что есть. Называется Calming Emulsion. А значит, это как бы в виде крема. То есть он снимает раздражение, покраснение для всех типов кожи, успокаивающие эмульсии, особенно для чувствительной, жирной, комбинированной, матирует, эффективно успокаивает, склонны к раздражениям и покраснениям, насыщает кожу влагой и противостоит разрушительным действием свободных радикалов. По-моему, насчет животных я не вижу. Ну, в общем, она израильская. Состав, в общем, очень плохо видно, но очень мне нравится, очень хорошо наносится, очень хорошо впитывается, не остается никакой маски, пленки, никакой. Тональный крем очень хорошо тоже ложится на него. Это крем. Вот это вот Facial Scrub. Значит, он такой солевой, его разводить нужно в ладошке, в водичке, то есть это скраб. Ну, соль там есть, то есть не абразивен, эффективно удаляет омертвевшие клетки, глубоко очищает поры и освежает цвет лица. Он у меня давно, очень больше, наверное, уже полугода, больше, ну, около года, наверное. И вот это вот новое, я купила крем, и вот этот вот Exfoliating Freshener, это тоже от Fresh Look, это такой вот с такой вот помпой, это тоник, то есть он как бы отшелушивает, мне очень нравится. То есть вот все, что у меня есть сейчас из этой серии. Это значит тоник, крем и вот такой вот скраб. Еще, значит, у меня есть два пробничка мыла. Вот, ну, как бы я сейчас использую другим мылом. Вот, я довольна этой серией, особенно тоником и этим кремом. Я довольна, стоят они где-то по российским меркам где-то 500 рублей каждый, ну, чуть больше. Вот, то есть, в принципе, я довольна. Все, всем пока, буду записывать следующее видео.